Среди научных тем НИФХИ имени Карпова есть связанные с проблемами экологии. Ученые НИФХИ создают различные фильтрующие материалы, бытовые, промышленные фильтры, а также установки по очистке различных газов, жидкостей, сточных вод, питьевой воды и воздуха. В институте разработано несколько новых материалов для тонкой очистки газов от примесей и аэрозолей, среди которых знаменитая ткань Петрианова. Фильтрующий материал с уникальными свойствами. Он был разработан еще в 1937 году Игорем Васильевичем Петриановым Соколовым. Полученная методом электроформования уникальная фильтрующая ткань легла в основу знаменитых респираторов «Лепесток». Ее волокнистая структура позволяет фильтровать очень большое количество аэрозольных загрязнений, что привело к появлению фильтров промышленных для воздуховодов, а также широкое применение ткани Петрианова находят до сих пор в изготовлении как бытовых, так и профессиональных фильтрующих устройств и оборудований. Обработка полимеров потоком электронов в НИФХИ имени Карпова осуществляется с использованием ускорителя «Электрон-3М», который представлен на фотографии в экспозиции нашего музея. Производятся в НИФХИ и фильтры для жидкостей. Подобные фильтры изготавливаются из модифицированного полиэтилена низкого давления. Порошок заданной зернистости облучается пучком электронов мощностью несколько мегарад, после чего при нагреве не плавится, а спекается с величиной пор, равной от 1 до 50 микрон.